25 января Дворец культуры губернаторский принимал гостей – девушек, женщин, бабушек по имени Татьяна и, конечно, студентов. Так совпало, что 25 января в нашей стране отмечают два праздника – Татьянины именины и День студента. Напомним, в 1755 году День святой великомученицы Татьяны получил новое значение в истории российской науки. Императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве университете из двух гимназий. Затем последовал указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так появился студенческий праздник «Татьянин день» и «День студента». Дворец культуры губернаторский решил присоединиться к поздравлениям и подарить именинницам и студентам концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы области. Среди них ансамбль «Танцы 21 век», студия «Соло», танцевальный коллектив «Каскад», театр «Мода» и другие. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».